Так, а вот Тамбовский парк, гляньте, аттракционы. Хоккей, аэрохоккей. Да, удар по груше. Люди, видите, ходят разные. Много-много всяких аттракционов. Но совсем малюсенькие. Как бы роботы. Что за аттракцион с этими, с шарами, с какими-то? Это вот торговый центр в Тамбове. Ну, если честно, в принципе, все то же самое, как и везде. Здание администрации города Тамбов с пилястрами, с колоннами такими вдоль окон. То есть вот так вот здесь живут. Респект Тамбову. Так, а вот Тамбовский парк, гляньте, аттракционов. Прям целая аллея такая, целая дорожка. И какие хочешь аттракциончики этот. Хоккей, аэрохоккей. Здесь вот тренажеры какие-то. Ну тут выбить шарик, это понятно, сложно будет. Вон удочки ловят детишки. Плитка-то классно вымощена, мне нравится, разноцветная. Стреляет, а, удар по груше. Центральная вот эта часть парка очень красивая. Мне нравится, что она такая прям вот разноцветная. Вот эта плитка, брусчатки, они вот эти камушки. Реально классные. Цветочки. Люди, видите, ходят разные. Много-много всяких аттракционов. Здесь вот еще видите, какой всякие девчонки. Тоже хорошие. И мы идем. В общем, гуляем пока что по парку. Красивому Тамбовскому парку. Маленькая тут есть такая горочка американская, но совсем малюсенькая. Идем дальше. Гляньте, какой интересный аттракциончик здесь есть. Как бы роботы. И вон та крутилочка. Непонятно, интересно, как получается, она магнитная, на какой-то подушке, что ли. Не пойму. Что за аттракцион с этими, с шарами, с какими-то? Первый раз такие вижу. Ну, так, для интереса можно покататься. Ребят, смотрите, а вот торговый центр в Тамбове. Сейчас вам немножко покажу его. Зашли. В центре города находится такой небольшой торговый центр. Посмотрим все, что здесь есть. Для интереса, для красоты. Что в этом торговом центре? Я сам не знаю. Но если честно, в принципе, все то же самое, как и везде, потому что в любых сейчас торговых центрах продается почти что одно и то же. Ну, вот так мы заодно с вами постояли и посмотрели. Длинный такой, ну, все везде одинаково. Вещи интересные, не очень. А вот, пожалуйста, здание администрации города Тамбов. Вот так вот она выглядит. Небольшое здание. Такое ухоженное, историческое, с балкончиками, с пилястрами, с колоннами такими вдоль окон. Ну, такое классненькое, аккуратненькое здание администрации города. Глава города Тамбов здесь заседает, чтобы вы знали. То есть вот так вот здесь живут. Кстати, не шикуют. Очень культурно, исторически. Мне нравится. Вот классное здание. Респект Тамбову.